В южноафриканском городе Претория собака ценой жизни спасла свою хозяйку от кобры. Об этом сообщает издание Daily Mirror. Йоркширский терьер по кличке Спайк заметил ползущую к человеку змею и напал на нее. Ему удалось убить кобру, но та успела ужалить его за рот. Хозяйка собаки утверждает, что не видела змею, пока терьер не принес ее в пасти. Женщина не ожидала встретить кобру, потому как в это время года они впадают в спячку. Она подозревает, что присмыкающиеся потревожили соседи, передвигавшие камни у себя во дворе. В ЮА распространены несколько видов кобр, в том числе капская, считающаяся одной из самых ядовитых змей Африки, а также мозамбикская и ошейниковая, способные плеваться ядом. К слову, это далеко не первый случай, когда домашние питомцы спасали своих хозяев. Так, в ноябре сообщалось, что в австралийском городе Перт 4-месячный котенок предупредил хозяина о ядовитой змее, которая пряталась в его ботинке.